рад вас приветствовать на гала-концерте открытого детского конкурса сольного и ансамблевого исполнительства «Мы помним славную победу». И от лица всей администрации сотрудников Московской городской детской музыкальной школы имени Владислава Михайловича Блажевича я поздравляю вас с Днем Победы. Наш новый концерт проходит в рамках фестивальной программы «Историка музыкального проекта «Что вы помнили», которому выразил приветствие министр культуры Российской Федерации Мединский Владимир Ростиславович. Я хочу его зачитать. Уважаемые друзья, искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей «Историка музыкального проекта «Что вы помнили». Знаменательно, что в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне профессиональное музыкальное сообщество нашло возможность обратить пристальное внимание на героическую судьбу музыкантов Государственного духового оркестра СССР, погибших в боях под Вязьмой осенью 1941 года. Искренне надеюсь, что спустя много десятилетий забвения совместными усилиями музыковедов и исполнителей, историков и журналистов удастся восстановить подлинные сведения о судьбе пропавшего оркестра и его музыкантов, отдавших свои жизни за Отечество. Убежден, что сохранение памяти о тех, кто продемонстрировал истинный героизм и величие духа в годы войны, поможет воспитать молодое поколение, искренне любящее свою Родину. Желаю участникам форума плодотворных дискуссий по юным музыкантам больших творческих успехов. Министр культуры Российской Федерации Владимир Вячеславович Мединский. 27 апреля 2015 года. Передаю слово ведущей нашего концерта Екатерине Арсеньевне Шиковой. Соловьев седой, пора в путь дорогу. Исполняет лауреат первой премии трио деревянных духовых инструментов в составе София Григорович, флейта, Галина Рыжнева, гобой, Виктор Лаврушкин, кларнет, руководитель Адамат Кулмадбекович Курмашев. Thank you.
нас ансамбль. Поздравляем.
поздравляем Марину Соловьеву, лауреата первой степени конкурса. Thank you.
Сочина лауреата первой премии конкурса. Венеамину Байкову вручен еще специальный приз жюри за исполнение военной песни.